На следующий день после победы Реала над Ювентусом со счетом 3-0, в котором форвард мадридцев Криштиану Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, похоже, выстрел удался нападающему Антонио Видовичу. В матче второго дивизиона Боснии Аражье Капляна нападающий замкнул навес с правого фланга не хуже лидера Реала. Команда Видович выиграла со счетом 3-1. 28-летний Видович родился в Винковцах, Восточной Хорватии. Большую часть карьеры форвард провел в боснийских лигах. Все главные истории в вашем телеграме.